Привет, уважаемые друзья и подписчики! Сегодня я, Руслан Забавский, поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Вот, и я расскажу сегодня, чем заняться к наступлению новогодних праздников. Итак, погнали! Все мы хотим выглядеть сильными и стройными. И к началу 2020 года отлично пойдет качание пресса при помощи гантелей. Вот такой вот простой совет. Берутся гантели, ставятся на пол, зажимаются ноги гантелями, сами откидываемся назад и качаем пресс десяточку каждый день. Вот таким вот образом. Итак, вы будете сильными и здоровыми. Итак, а следующим действием будет катание на виртуальной машине. Игра Race 07. Здесь у меня руль, педали, все для полного погружения в виртуальную реальность. Итак, пройдем кружок один. Отличное занятие. Расслабляет. Стресс как рукой снимает. Трасса Куртиба, это Бразилия. Весьма комфортно управлять своей машиной. Итак, а следующим действием будет игра на гитаре. Для комфортной игры понадобится гитара. Вот, и вообще для начала успешной игры на гитаре нужно выполнить ряд требований. Допустим, вот такую игру, как лесенка, лично мною прозвана. Нужно нажимать на шестую струну, на точку, которая указывает такое же значение, как и ноль при игре на гитаре. И выполнять ход лесенкой влево-вправо, влево-вправо. Вот так вот. И обратно. Каждый раз с увеличением скорости. Так вы достигнете весомых результатов. Следующим занятием будет просмотр любимых телеканалов. В моем случае это канал 2x2. Итак, погнали! Вечно какая-то дичь. Вечно что-нибудь интересное. А кому-то достаточно одного лучшего друга. Каждый проявляет характер по-своему, но Швепс проявляет характер каждого, у кого он есть. Швепс проявляет характер с 1783 года. Я с монтажом, ребята, дружит. Кто работает на 2x2? Пеплом и сигаретой пробиваешь себе дорогу, снежинка отдавит тебе правую ногу. Вот такие вот познавательные штуки на телеканале 2x2. Йоу! Руслан Забавский с вами. Вот, допустим, выпуск Спанч Боба сегодня. Но чтобы вас не грузить, расскажу, что делаем дальше. Последним своим занятием будет чтение книги. Итак, я выбрал сегодня
книгу «Современная энциклопедия футбола». Очень интересная книжка. Купил ее я в буквоеде. Здесь вообще о родоначальниках футбола, о великих звездах, о правилах футбола, о истории футбола, о том, как его проводят, какие страны, участницы. За период ближайшего десятилетия, где проводились крупнейшие чемпионаты мира, Евро и так далее. Вот, всем советую. Итак, с вами был Руслан Зубовский. Все оставайтесь на моем канале, там будет много еще интересного. И всем удачи и всего самого доброго. Пока!